инфильтрационная анестезия. Мы отодвигаем указательным пальцем верхнюю губу. Вот видим переходную складку в области 3-4 зуба. Проводим инъекцию. Да, немножко неприятно. Как будто бы пришли на лечение зубов. С левой стороны теперь то же самое, с правой стороны. Вот переходная складка, 3-4 зуб. То есть клык и первый премоляр. Вы можете добавить в области резцов. И то же самое на нижней губе. То есть отодвигаем. Это в области 4-5 зуба. Слишком глубоко не нужно. То есть у нас нет цели достичь ментального отверстия. Мы создаем инфильтрацию препарата. Да, сама инъекция, она не очень приятная, но можем в центре чуть-чуть добавить.